Всем привет! С вами Наташа. Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня ездили в город. И что мы там делали, сейчас все расскажу. Поснимаю вам немножко тепличку. Вот такими заросли. Сейчас у нас прохладно, даже очень. Ну как, 15 градусов где-то так, 18. Ну, а помидорам в теплице хорошо. Начались как бы завязи. Это вот старые помидорчики. Так, вот такие у меня перчики. Ой. И такие вот перчики. Так, поудаляла больные. Ну вот на тех вот, получается, кустах, что я показывала, вот эта зараза распространяется. Может, это оно было сразу заражено, а сейчас так расходится. Но посмотрю, что это за помидоры. Потому что в этом году покупала, ну, типа, черный принц, Дебарау или Дебароу, как правильно, не помню. Вот, и, видимо, это они. Хотя говорят, что они не подвержены фитофторе. Не знаю, фитофтора это или вершинная гниль, но вот именно они. Другие вроде пока нормально, а вот на них такая ерунда. Так, огурцы все заполонили. Я же верхние обламывала. Эти, получается, как их, балконные помидоры Машкины. Вообще высокие. Вот видите, какие большущие. Они мне... Ой, попах. Ну, цветут. Вот такие они. Ой, сейчас покажу. На веточке. Вот такие они кругленькие. Зелененькие. Посмотрим. Даже очень интересно, что будет. Ну вот, балконный. Смотрите, какой он большой. Я не посынковала. Вот они как растут, так и растут. Вот. Видите, какие веточки у них. Ну, так на вид ничего. Так, я сейчас в подвале. Гуси нанесли вот столько яиц. И еще 4 яйца там лежит по ходу сегодняшних. Я уже закладывать не буду. Я их ворочаю. Но подала объявление по рублю, никто их брать не хочет. Поэтому, видимо, будем мы их кушать. Яйца большие. Но никому они не надо. Это он ищет так траву. Трава вся у нас высохла. И он так под бочку залез. Ты что там забыл? Ты что там забыл? Товарищ. Хитрый самый. Ты что, застрял? Вылазь, вылазь. Да, скажи, я ем траву, не мешайте. О, потягушки. А, травы нету, да, нету травы. О, немножко здесь травка отросла. Видите, бедные голодные. Бедняжки. Там все сухо. Тут травка отросла. Чуть-чуть. Все дни у нас прохладно было. Сегодня первый день жарище. Ездили в город. Так, 27 числа у Антошки было, получается, повторное МРЭК. Он написал же на то, чтобы обжаловать решение. Но я не пошла, потому что мне плохо что-то... Я считала, что сердцем сегодня делала этот УЗИ сердца. У меня такой, как ком в горле был. Вызывала скорую. Они мне сказали проверить щитовидку, УЗИ щитовидки сделать и сердце. Вот, поэтому я не пошла. Пошла моя мама. Она лучше умеет отстаивать свои права, чем я. Вот, поэтому мама выиграла. Отстояла. Антошке продлили на один год еще. Дали третью группу, сказали два раза в год лежать в больнице, обследоваться, и там они еще раз будут решать, что дальше. Вот такие новости. А я, получается, вчера прошла УЗИ щитовидки, все нормально, а сегодня УЗИ сердца. Она сказала тоже, как бы в пределах разумного нормы. Вот. Подошла к кардиологу, она сказала, у вас это нервное.
ком в горле вот этот. Потому что приезжала скорая, сделала мне горячий укол. И мне так хорошо стало. Я говорю, вы меня исцелили. А они говорят, дети срочно к врачу. И давление было 150 на 90. Ну, такие вот проблемы. Занялась сегодня здоровьем своим. Нам не выписала какие-то такие успокоительные. 10 дней попить и магний В6. Вот такие у нас новости. А я сейчас вышла, думаю, сниму для вас то, что у нас происходит. Все-таки жаловалась, что не дали группу. Думаю, скажу, что все-таки группу мама моя отстояла. Наругалась на них, что они не пустили меня, потому что они запустили тогда только Антошку, сказали, что он уже взрослый, и мне там делать нечего. Ну и как ребенок, он еще, я считаю, ребенок для меня. Он сказал, что все у него хорошо, все замечательно. Ну и они сказали, все замечательно. Все. А то, что у него, получается, и сахара низко падают, что подогликированно держать ему плохо часто. И это до комы, получается, было довели. Упал низко, очень сахар не могли поднять. Реанимацию увезли. Короче, болезнь страшная. То это, они считают, что это было 2 года назад, это было давно. Уже у вас все нормально. Ну, слава богу. Мама все сходила, отстояла. И Антошке еще год, 3-я группа будет. Пока учится, хотя бы будет денежка на то, чтобы покупать полоски. Потому что полоски не дешевые. Он колет пальцы 5 раз в день, меряет сахар. А если плохо, то бывает и 6, и 7. Вот, а 100 полосок стоят больше 50 рублей. 500 тысяч старыми, 50 рублей новыми. Ну, вот такие новости. Вы тоже все не болейте. Все, всем пока.